Всем привет, с вами Поездец. В этом видео мы будем фармить денежку в кошелек в Стиме. У меня сейчас на счету 37 рублей 98 копеек. Деньги мы будем фармить, получая их на халяву. И примерная сумма рублей 300-400 с копейками там можно сделать. Значит, что нам для этого понадобится? Регистрируемся на сайте playground.ru. На этом сайте у нас всякие читы, патчи, какие-то описания игр. Ну, такой тупый игровой портал. Значит, мы на нем регистрируемся. Нас интересуют бонусы. Вот у меня 10684. Значит, смотрим, откуда они взялись. Так, мои бонусы. Каждый день идет ежедневное начисление. Ну, тут копеечное. 7, 13, 4, 5. И так далее. За публикацию нового чита, которого нет в базе. Ну, к примеру, я пишу по игре Seven Days to Die и периодически закидываю туда новые версии. А начисляют, по-моему, баллов то ли по 100, то ли по 500. Ну, не суть, важно. И есть задания. Можно выполнять некие задания и получать бонусы. Вот мне за Terror Online 5000 накинули. И за Neverwinter Online 5000. А где эти бонусы? Идем в... Сейчас соображу. Мои бонусы потратить. Так, рекламку надо прикрыть. Так, как получать больше бонусов, играя в бесплатные игры? Вот это меня интересует. Neverwinter уже ушел. И Terror Online ушла. Вот у меня осталось кое-чего. Пробовал браузерная игра «Время для героя», но, честно говоря, 9000, но я так и не усидел, чтобы повысить свой уровень, не дождался. Но теоретически это реально. «Небеса» тоже, по-моему, браузерка какая-то, тут надо до 5-го докачаться. И пошли клиентские игры. «Blood and Soul» остался, «Neverwinter» и «Terra», соответственно, по 5000 бонусов. «Point Blank» 3. И что тут? Викингс, War of Clans, Throne Kingdom at Wars, это, по-моему, браузерка. Royal Quest, это у нас, не помню. Ну, по-моему, тоже там клиентская мультимедиа онлайн RPG-шка. Что тут нужно? Blood and Soul, зарегистрируйтесь в игре и пройдите обучение. Point Blank то же самое. Ну, несколько боев еще надо выиграть. Викинги, зарегистрироваться, пройти. Ну, правда, тут 2000 и в Point Blank 3. Royal Quest, тут до 20 надо докачаться. И Dragon Lord, зарегистрироваться в игре и пройди обучение. Ну, тут совсем полторашку. Ну, вот браузерки, да, хорошо платят. А Neverwinter Online, я честно проходил это обучение. Ну, знаете, там нажмите W, там SAD, чтобы передвигать героя, там, и вот такие вещи. Добегите до того-то, возьмите то-то, там квесты какие-то первоначальные. Ну, вот с этим обучением по управлению, по таргетингу и прочей фигни вот этой. А с Терры вышло интересней. Я все размышлял, когда проходил Neverwinter. Ну, вот обучение вот это. Как же они как они палят вообще? Прошел я обучение, не прошел. А как казалось, никак. Я нажал получить 5000 бонусов. Скачал клиент игры, он автоматом у меня скачался. Ну, где как, на самом деле. Так, сейчас я вернусь обратно. Скачался клиент игры, я ее установил. Ну, Terra, она там 48 гигов, долго качалась. Так вот, в Terra Online я успел только создать вчера героя и ушел на работу. Ну, то есть там кастомизация вот этого персонажа, там прическа туда-сюда, и все на этом. И сегодня пришел с работы, смотрю, а у меня уже 5000 бонусов зачислено. Neverwinter где-то примерно сутки прошло. Ну, вот после прохождения вот этого квеста и зачисления бонусов. Ну, в итоге у меня с этих двух игр 10000 бонусов. 664 это там за нахождение на сайте, размещение читов и прочего-прочего. Теперь, значит, что мы можем сделать? Мы нажимаем кнопку «Потратить» и выбираем призы. Так, нам нужна игровая валюта. Обменять бонусы. Во-первых, мы можем выбрать игру и зачислить туда. Танки онлайн, Джаггернаут, Алнут онлайн. Зима это типа 4Game, там много игр.
World of Warship, War Planet, танки, Warface кредиты, War Thunder, Skyforge, Rune of Magic, Reckless, не знаю, Perfect World, Panzer Karas, Game XP, это типа тоже, и GameNet, типа вот этого Фогейма, там с кучей игр. Dark Age Crossfire, Black Fire, Black Desert, Armored Warfare, это тоже там типа танков, и Archage. А еще можно кинуть их в магазины. Вот по этому видео меня вот это как раз интересует. Steam и игромагаз некий. Выбираем Steam. Минимально можно перевести 5000 бонусов. И 5000 бонусов равны 50 рублям. Ну, у меня 10600-то я не буду, наверное, переводить. А переведу 10 тысяч. С которых получу 100 рублей на Steam кошелек. Абсолютно при этом практически ничего не делая. Так, и нужно указать имя аккаунта. Ну, подробные инструкции есть. И, соответственно, отправляем запрос. Так, перевод выполнен успешно. На ваш аккаунт были переведены бонусы. Статистика расходов меня не интересует. Осталось 684. И теперь открываем снова Steam. Опа! 137 рублей 98 копеек. То есть получается, ничего не делая, 100 рублей я заработал. Осталось поставить Blood and Soul. Это еще с Point Blank и викингами. А это еще сотка. И Royal Quest. Это 130. Dragon Lord еще 1,5. 145. Ну вот браузерки, честно говоря, запарно. В итоге выходит 245 рублей. Можно получить, тупо скачивая клиенты этих игр. И запуская их там, я не знаю, создавая персонажа. Ну, кроме... Point Blank, конечно, придется несколько боев выиграть, но в Royal Quest за, получается, 30 рублей там получить 20 уровень. Но зато это халявные деньги. Ссылку на Playground я оставлю в описании на всякий случай. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если видео было полезно, и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока-пока!